Еще одну замену проводит Осим, выходит Дверь Коршуш, венгерский легионер. На поле, посмотрите, что происходит. Коршуш получает мяч на правом фланге, передача в центр штрафной, и Сергей Юран забивает третий свой гол в 5 матчах Лиги Чемпионов. Вот так два игрока, вышедших на замену, отличились. Ну и здесь, конечно, трудно видеть Керема. Юран бил с близкого расстояния, в самый угол попал.